Казанском федеральном университете поговорили об актуальных вопросах татарского мира. Тема дискуссии – стратегия развития татар и сохранения татарской культуры. Обсудить будущее национального сообщества прибыли общественные деятели республики, татарские ученые, политики, писатели и журналисты. Одной из главных стала тема развития национального образования. Для привлечения к родному языку и культуре с раннего детства было предложено создание элитного татарского лицея. Сохранение языка, культуры – всегда это важно. И я думаю, на современном этапе, на этапе глобализации сохранение народов, национальных языков является важным вопросом для всей страны. На проблему обратили внимание не только активные граждане Татарстана, но и других регионов России и стран ближнего зарубежья. Для них велась прямая трансляция мероприятия. Как отмечают организаторы, мероприятие станет регулярным. Следующая встреча пройдет 19 апреля. Анастасия Иванова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.